Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Скажем так, наш непродолжительный круиз планово идет к завершению. Завтра мы прибываем уже в Москву. Погода у нас в Москве проводила теплом, будет встречать дождем. Правильно, в этой жизни. Спасибо вам. До новых встреч. Знаем, и везде его всегда замечаем, и это на самом деле так. Мы за ним как за каменной стеной. И действительно, то, что атмосфера настолько теплая, доброжелательная, положительная, это говорит о том, что, во-первых, каждый из вас вложил в это путешествие частичку своей души. Открывайте себя в реке, и мы всегда вас с нетерпением ждем. Ваша команда. Дорогие друзья, я с удовольствием присоединяюсь ко всем словам, сказанным нашим очень красивым, замечательным капитаном Анной Александровной. Я надеюсь, что вы, те из вас, кто впервые путешествовал по реке, вы влюбились в наши речные просторы, точно так же, как мы влюблены в эти просторы, потому что мы все уже, можно даже сказать, не первое десятилетие. Thank you.